Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей. Броский. Да, и Анютка. И мы продолжаем играть в Сорванец Развернутая История. И попадаем в бар Писк Восторг. Какое большое сердце у тебя, странница, добро пожаловать. Но сначала нам нужно твое фото, вот, на членскую карточку, ага. Так, фотографировать. Как на паспорт. Давай! Давай! Готово. А, изобразите свою любимую позу. Какая у нас будет поза? Герой, вот так вот этот, вот такой прыжок или крутиться мы будем? А, давай герой. Герой. Раз, два, три. Зачем я же сказал раз, два, три. Зачем ты закрыла глаза? Выделывается. Так, ну вот, пусть будет фотка. Все, готово. Я же изобразил, блин, позу. Ну пусть будет вот такая. Блядь, серьезно. Может быть, она подойдет? Да, что-то оно там не это. Не с первого раза. А это подтверждение того, что ты почитаешь великих морских богов. Заходи же. Ура! Ура, действительно, как долго мы добирались до этого бара. Вау. Вау, тут у них... Это Джейк. Джейк пёс. Слушай, ну тут, конечно, пиратское дело. Глянь, там спит, спит, гляньте, возле перевернутого стола этот, как они... Ребята какие-то. Ну, не белки, а вторые там, которые тут обитают. А глянь, вот эти усачи. Белки-усачи. Это же мои усы. Ну и сними этот, глянь, как его с зубами. Суслик, суслик, Аня, что ты мне не подсказываешь? Я уже забыл. А я и не помнил никогда. Это не мой счет, я просто съел орешки от заведения. Они от заведения, но не за даром. Тут у них спор, представь, там это не мой счет, я съел орешки от заведения, но не за даром. Что это фото совсем на вас не похоже? Я что-то там ни при чем, не успеваю читать диалоги тут между ними. А тут что? Опаньки. Это VIP какой-то, лянь тут. Ага. Что, мы можем поговорить? Соглашаюсь, новые теории профессора Хокинга – настоящий давно ожидаемый прорыв. Да, его гипотеза о неких внешних силах, которые взаимодействуют с нашим миром, увлекательна. Но я не могу принять его идею игрока. О боже мой. Это о том, что типа ими кто-то управляет. Ага. Но чем тогда этот игрок отличается от морских богов, которым мы которым поклоняются простаки? Мы должны быть выше этих примитивных верований. Короче, это клуб ученых какой-то. Выйдите за пределы трех измерений, ведь совершенно очевидно, что космические энергии играют с нами каждый миг. Так, выбираемся отсюда. Ага. Вот это у них ничего такие теперь тут напольные обои или покрытие. Да, напольное покрытие точно. Опа, это наши белки, глянь, тут заседают. Это воительница белка. Жасмин. Посланница, моя боевая подруга. Ты самая отважная воительница после свинки из долины складов. Давай сделаем общий снимок, чтобы этот великий день остался в нашей памяти навеки. Давайте сделаем снимок, только... Только как? Как тут присесть? Может выйти там за стол? Выйти подальше, да. Ага. Там какой-то этот пришел. А мы все вместе и с ним тоже сфоткаемся. Так, сделать снимок.
Я Кто-то думаю, не попал в кадр. Кто не попал, то его проблемы. Все, мы сделали шикарный снимок. До свидос. То это тут что у нас происходит? Опа! О, господи! Тут уже танцы на столах. Следующая песня. Мы доплыли, так выпьем за здравие. Сейчас попробую вспомнить слова. Героиня долины складок. Да, громче, громче. Понятно, тут у них веселуха. А тут... Опа, аж он тут один-одинёхонек. Мне радостно, что долина складок спасена, но нужно ли так громко орать? Может, лучше посмотреть какое-нибудь представление? Понятно, у каждого свои истории. Так, блин, ну не видно чуть-чуть. Эти ребятки из долины складок так шумят, что того и гляди, разбудят морских богов. Раскройте жабры, сейчас мы погрузимся с головой в чуждую культуру. Слушай, ну в баре тут, конечно, очень много всего происходит. Я из бухты, я пою моряцкие песни, и у меня как раз есть новая песенка. Я хочу ее обкатать перед тем, как показывать публике. Хочешь послушать? Смотри, на море случилась беда, шквал летит по волнам сюда. Настоящая буря рвет в небесах, рвет в небесах, наш кораблик летит на всех парусах. Дурные знамения страх нагоняют, и альбатросы над мачтой летают. Старые боги и злобы от злобы корчатся, нужно их потешить творчеством. Шляпы и снимки, тату и картинки, все развлечет богов из глубинки. Ну, вообще-то песня, ну ладно, я как стих. Жителей всей бухты собирайтесь вместе, ответ той беде заключен в моей песне. Чудища и демоны и землетрясения исчезнут в миг, когда киты исполнят свое пение. Надеюсь, тебе нравится эта песня, в ней заключено спасение для нашего города. Так, ну завывал он там конкретно. Так, а это что такое? Какие-то бои, что ли? Так, ну вот мы сделали круг. В общем-то, это барная стойка, туда можно вообще? Ух ты! Забежал. За барной стойкой просто ничего не находится. Поэтому там нас никто к нам претензий не имеет. Тут где-то было наверх. Наверх ступеньки, дорожка, вот она. Ну тут всякие портреты. Действительно похоже на такой бар. Бар Писквосторг. А тут, глянь, играет аккордеон или что-то. Танцульки. Какой-то секретик. И куда мы попали? К сусликам. Да, тут у сусликов, слушай, VIP какая-то движуха. Говорить. Я должен был встретиться со своей подружкой, ее зовут Энди, но она сильно опаздывает. Видно, потерялась, вечно она теряется где-нибудь. Может быть, ты ее поищешь, но она обожает берег моря. Может, она и сейчас там. Да, с Энди мы помним, сколько мы уже намучились с ней. Но я боюсь, что мы ее не дотащим. Да, это целый крюк делать, давай не будем возвращаться. Давайте узнаем, что тут. Мы на чердак уже взобрались. Опять друга вспоминает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой-то секретик. Тут у нас показывают. А, это как мы летали на самолетике. Да, друзья, к сожалению, наш полет на самолетике, как мы это записывали, видео не попал, потому что это было... К сожалению, видео, которое удалилось. Да, удалилось. Это станет гвоздем моей программы. Но нас просил вот этот товарищ, чтобы мы полетали на самолетике, а он нас на камеру снимет. Твой бумажный самолетик вдохнул новую жизнь в наш кинематограф. Благодаря тебе небо стало продолжением моря. С такими талантами нужно самому снимать кино. Конечно, необходимо для начала улучшить камеру, приобрести новые объективы. Советую такой, как у меня, анимированный объектив. Летай, твори, делись с другими. Но у нас есть уже анимированный. Ага. А вот тени от камеры нет. Ну, не будем мешать ихнему просмотру. Нам, скорее всего, сюда. В загадочное место.
Мне кажется, это гадалка ну, сейчас. Ну, наконец-то. Ага. Дай-ка я тебе погадаю о той. В тебе столько всего скрыто. Ага. Ты сыграла свою роль. Пока все удачно. Но не всем повезло, как тебе. Тебе интересно, где мы? Это Хлюпарт. Таинственный остров, отрезанный от всего мира. Чего только не прибивало к его берегам. Остров дрожит от края до края, пока что-то с грохотом перекатывается под ним. Доберись до другой стороны острова и узнай, откуда эта дрожь. Я могла бы дать подсказку, но так ведь неинтересно. А той, раскрой тайну Хлюпарта, преодолей скрытые опасности, и я обещаю вернуть тебя обратно. Вперед! Вау! Не, на самом деле, мне нравится вот эта часть, кстати, вот наша фотка с этим... С Греселем. Греселем. Вторая как-то половина игры интереснее, вот это, когда она мрачная такой стала, этот Хлюпарт. Ну, не то, что прям вторая половина интереснее, но как-то оно так поменялось, атмосфера, и вообще мне нравятся пиратские темы. Ага. А тебе они? Море, тут такая музычка необычная. В общем, ты тоже, да, впечатлилась? Ага. Лени на стол ему залезли, у него нет претензий к тому, что мы по столу у него бегаем. Ну, хорошо. Ой-ой-ой, камера что-то сама решила подняться вверх. Так. Получается, это наша приятельница-рассказчица, она гадалка. Угу, получается, да. Но она нам не помогает, только рассказывает там шутки, какие-то сказки. Возле костра. Интересно, тут кафешка на улице у них. Бар Пис Восторг для тех, кто любит сидеть на природе, скажем так. Опачки. Опачки, кто такие? Это какой-то парк. Ну, по крайней мере, на парк похоже. Здесь у нас сердечко. Я себя как-то странно чувствую сегодня, потому что ты черно-белый сурок, давайте его раскрасим. Как не сурок, а... Белка? Не, белка и... Суслик. Суслик, о, так лучше, ну конечно лучше. А это чё, дырка? Прыгаем. Ух ты! Хе-хе. Класс. Так, ну видишь, проверил сначала. А может, если все три туда закинуть? Не этого. Так, тут все ясно. У нас в этом углу. Вау. Карусель, карусель. Такая скрипящая и страшная. Лицо там будет здорово. Ой, что-то у нее одна оторвана. Но тут оно какое-то все, да, такое прям не супер, не первой свежести, скажем. Все эти карусели и... За Хлюпартом мрачноватенько, так там с той стороны повеселей будет. Как-то город жизнь кипит, а это задворки какие-то. Тут у нас ничего интересного не припрятано. Давайте катиться, так быстрее, по-моему, он передвигается. А катись оно-ка быстрее. Наверх. Уай! Глянь, тут зубы какие-то на табличках. Страшненько. Я вспоминаю, как мы Греселю два зуба прилепили на губы. Ой. Там можно было скатиться, по всей видимости. Давай, паркурист. Паркур. Вау.
И нет, почему-то тю. А? Ха. Ну, подарок мы все равно получили. Вот еще один прыжок и наверх. А вот еще что-то тут хотят. А, нужно, я понял. Да ну бери ж ты уже. Сколько-то раз нужно, видно, попасть. Ух ты. Оно, мол, усложняется. Это сложновато. Ух ты ж. Ну ничего себе. Что за, блин, аттракцион такой? Целься, ну. Ура! Да что да, ну. Ай-яй-яй. Да ну куда ж ты бросаешь? А, я понял, а может быть мы нахитрим? Ага. Ага. Нахитрили. Что она не туда целится. Ура! Три. Всего-то три раза нужно было попасть. Ура, действительно, я прям... А надо просто подальше отойти, и тогда все окей. Просто, вот, скажем, вот так вот, где-то приблизительно отсюда. Ну, только когда оно медленнее ездит. Когда оно в угол заходит, тогда нужно бросать. Кидать мячики эти, баскетбольные мячи. Ну что, давайте отправляемся дальше. Здесь какие-то костры, какие-то жители. Ой. О, эгей, впереди прячутся ужасные чудовища, что живут в расселине. Меня послали соорудить предупреждающий знак, но проблема в том, что я не знаю толком, как они выглядят, и поэтому не могу доделать знак. Как ты думаешь, как выглядят их страшные глаза? Ах, ясненько. Один глаз. Один, Аня, один. Глаз. Один глаз, да. То, ладно. Два всегда рисуешь, а их надо один. А вдруг хотя тут написано, надо два? Сделай страшные глаза. Ну, сделай два тогда, давай. Турум-тум, турум-тум. Получился один, да? Ну просто как их два взять, вот видишь. Ну ладно, стой. Давай мы вот этот, да? Какой страшнее? А, ну давай левый. Давай левый. Который ты уже взял. Мы его сейчас просто... А, видишь, глянь? Ага, распределился. Само оно там все распределилось. Ну получились страшные глаза. Ха! Жутковастенько. Ну и что там? Думаешь, ты сумеешь лучше? Нет, лучше мы не сумеем. Это самые крутые глаза, которые вообще возможно нарисовать. И теперь они еще, Янька, их вбрасывают. Глазами не кидайся. Идешь к этой... идешь к этим яйцеголовым в лабораторию. Ага, мои сородичи не слишком им доверяют. Но я не из таких. Но сумеешь ли ты добраться туда живой? Это же... топа через всю расселину. Там очень опасно. Тебе придется мчаться быстрее лосося. Ты готова к этому? Конечно, готова. Всегда готова. Всегда готова. Быстрее лосося. Это ж... Анька, он каждый день на учебу. Быстрее лосося. Мчится, потому что опаздывает, да, постоянно? Нет. Ой, господи. Ой, господи, на самом деле. Страшно, страшно. Я аж вздрогнула. Красиво.
О, призраки летают, Аня, на зачем ты их наделала этих? Уа, кости, кости и призраки, нет. Не, прикольно, вот это вот то, что, ну, допустим, ну, пообалденно. Приложение Компаньон, друзья, вообще, ну, штука. Вот Анюта, допустим, призраков запускают. Покажи еще раз. О, Господи. Гляньте там. Уа! Не, реально здорово. Так, ветром мы отогнали. Теперь вот эти вот черепки еще и с костями. Ужасно. Ну, клево, ужасно клево. Иметь приложение Компаньон и им пользоваться. Когда второй игрок все же добавляет рисунки и вот эти... Да ну... Давай еще разок. А той. Запрыгивай. Ну, глянь, не долетает. Да, что ж такое? Может ветром помочь? Или она туда не допрыгнет? О! Вау, какая была замечательная идея насчет ветра. Ух ты ж! Делов-то на копейку, оказывается. А я там пытался допрыгнуть. А вот они на самом деле, Лен, страшно. А похоже на нашего Греселя, по-моему. Ты не обратила внимание? Ну, такое. Только большое такое. О-о-о. Нет, убегаю. О, Господи. Ну, куда ж ты улетела? Она убежала. Так надо, он должен сюда бросить. Ха! Убегаем, убегаем. Да, страшный лес. Оказался, не обманывали. Беза! Нет! Кошмар. Да, рушится земля под ногами. И убегает. Еще и кости эти, которые Аня запускает. Мешают обзору. Это вообще кошмар. Так, там вниз, главное не упасть. Видишь, там внизу. Ага. Ой-ой. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Главное вниз не упасть. Да, да, я там подарок увидел, этот хотел, ну, презентик. Ага. Нет! Я, ну, беги! За это самое, запутался немножко там в управлении. Ну, подарок мы заберем, конечно. Ага. Хоть он всего лишь второй из шести, но нам все равно очень-очень пригодится. Решил монстров проведать. Решил забрать там еще несколько конфетти. Я не могу их туда ставить одних-одинёхонек. Ю-ху! Все. Получилось. Бежим! Далее, а лесок, ух, какой именно трешнючий, ну.
еще и призраки. Ну, я бы все понимаю, но призраки. Это уже, конечно, перебор. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Дело пол провалился. Я в шоке. Ай-яй-яй, еще и паутина, Аня. Что ж ты такое страшное уровни такие делаешь, страшненькие. Блянь, пол проваливается. Кошмар. На каждом шагу. Да, везде, он везде просто рвется. Спасение. Ну, это уже пошла заставка. Тут мы не сами упали, это нас закинуло по игровому сюжету. Это что такое? Цветочечки. Ой, а в водичку-то, оказывается, падать-то нельзя. Ну, ладненько. Так, а сюда нам? Ага. Можно пройти при помощи света. Да это мамка, мамка Гресселя. Сто пудов. Так, убегаем оттуда. Я хотел по цветочкам тут попрыгать. Мне кажется, что если пропрыгать по цветочкам, то мы найдем какой-то секрет. А секрет — это всегда зачетно. Ой-ой. А тут выше никак. Это еще и вороны у нас тут. Это не вороны, это просто птички. Просто птички. Они просто, просто темные какие-то. Их, да, цвет такой. А тут, ну, это быть, такой. Тень падает просто. А-а-а. Так, что-то тут. Я что-то пока не разберусь. Что нам делать? Тут вот видите цветочки и они. Ой-ой. Мы укатились. Я от бабушки убежал, и от дедушки. Укатился. Да. Тю. Не страшное знаю, создание. А музыка какая? Леденящая кровь. Да что ж такое? Я думал, может, цветком что-то, но нет. И не сюда тоже дело. Ага. Он тоже катиться умеет. Не знаю, может быть, тут как-то наверх, что ли? Камера. Шалит.
по спине как-то делала, не по нему пробежал. У тебя есть какие-то идеи? Я не могу решить никак головоломку. Ну, у меня тоже идеи не возникают. Может, в другом месте поискать? Может, нам здесь не рады пока что? Тут вот как-то видишь наверх, но наверх я не могу. Там с другой стороны наверх попасть, не отсюда. Не отсюда? Вот оттуда вот где-то. А он отсюда не уходит, видишь? Угу. Странно. Чё, а то и такие громкие звуки издаёт. Ну, наверх. Ну, тут мы и застряли, мне кажется. В воду прыгать нельзя, да? Да, в воду нельзя. Какие у нас вообще были функции? У нас был барабан и ветер. А, и можно было внутрь закидывать. Контроллер. Вещички. Предметы. Мне кажется, тут надо что-то сделать с цветочками. Но только... Что? Да. Вот он как бы должен, видишь, высоко то ли подпрыгнуть. О! Понятно, я забыл за самое главное, что у нас цвет. Есть. Функция. Я же говорил, тут подарок наверху. Ага. Ну, теперь все понятно. Казалось бы, да? Ха! Мы можем закрыть. Глянь. Ага. Теперь он нас не тронет. Ой-ой-ой. Он их ломает. Да, он их ломает. Убегаем. Кто же знал? Забыл за самое главное, за свет. Ой, а того белый. Можно сфоткать, и он станет цветным. Ха! Ж кушает их. Это точно родители? Не родители, это, наверное, родственники. Ага. Пока он кушает, мы... Опаньки. Мы смылись. Или да, смылись. Ой-ой. Иногда камера немножко неудачно, конечно, выбирает ракурсы. Ну, я хочу... Свернуться туда. Клубочком. Так, а тут что у нас? А тут у нас... Ой-ой-ой. Так, побыстрее наверх, пока нас... Это какой-то странный цветочек. Да, это другой какой-то. Ага, мы можем их отвлечь. Да! Вот это ж, я говорю, камера. Камера. Ой-ой. Обалденно кинул. Нужно туда, я хотел. Сторонку. Да, они очень похожи на Гресселя. Да, только большие. И злые. Где он там нашел этот камень?
освободили его здорово, он сейчас будет нас кидать, наверное. Ага. А мы должны его туда стать на мишень, чтобы он прорвало нам проход вот тут. Угу. Все верно. Давай, мы тут. Мы готовы. Уи! А теперь мы туда сейчас отправимся. Только не... И куда же мы вот собрались? Выбрались из этих ужасных пещер. Но тут еще все, оказывается, не закончилось. Оказывается, тут их еще больше. Да, я же говорил, что город страшнючий. Не все тут просто у них. Ага, у них тут тайны. Жуткие. На этих заброшенных островах. А ну как так получилось? Я же стоял там, где нужно. Ну тут вот хоть листики, да, база. Тут эти птички, которые страшные, тоже получились. Это летучие мыши были. А, вот это летучие мыши, тем более. Беги! Она катится будет. Ну да, так быстрее. Он катится быстрее, да. Ой, а как же катиться, а не забрать по пути? Да, катится гораздо быстрее. Ран! Ой-ой-ой, что-то наше катание. Не быстрее их бега. Да, да, не быстрее их бега. Опачки. Они же прорвутся через ворота. Не обращай внимания. Ворота закрыты надежно, а Виндиго вовсе не так опасно, как выглядят. Правда, незачем бессмысленно рисковать даже во имя науки. Виндиго? Виндиго. Виндиго, кстати, были, он они нарисованы там. Это, кстати, были такие Виндиго в Until Dawn были в игре. Ну не такие прям. Ну да, ну то есть там Виндиго были пострашнее, конечно. Я к тому, что подобные мистические чудовища. Вот, а Until Dawn записано, кстати, у нас тоже на канале, так что обязательно ищите эту игру и смотрите. Очень классно. Ага, она как фильм. Как фильм. Реально как фильм. Мне очень понравилось. Да. Я, кстати, даже, наверное, пересмотрю пару серий сегодня. Так, собрали мы конфетти тут наверху. Ну, напряженно было, напряженно. Угу. Убегали мы и убежали. Самое главное. Ну, просто мы крутые. Ну, просто, да. Просто крутые. Так вот, все просто. Так. Фух, лаборатория, друзья. Мы попали в лабораторию. И тут и музыка поспокойнее, и атмосферка. Ага. Да это в лаборатории они, что ли, их вывели здесь, этих Виндиго. Опа. Неопознанный любознательный объект номер 42. Мы рассчитали твою массу, скорость, аэродинамику. Ты очень
необычный экземпляр. У нас прекрасный ученый, коллектив, наука наша жизнь, и мне бы очень хотелось изучить тебя получше. Не бойся, тебя не будут препарировать. Наш ша-профессор, умница и красавица, с нетерпением ждет встречи, фигурально выражаясь, она без ума от тебя. Ясненько. Да, ясненько, понятненько. Ну что ж, тогда мы двигаем к профессору. Ой-ой-ой. Он испугался, я испугался, а не испугались. Таким образом, мы выяснили, что двигательная система растений служит для поддержки вертикального положения и хорошего настроения, если изучить мои расчеты. Какая-то музычка, да, надвигается. Там музыка, там солнышко, тут олени, тут конфетти, бабочки, прям... Ну все, хочется посмотреть. Тут вот глянь, тоже что-то тут. Какие-то тоже у них расчеты ведутся. О, тут какой-то энергетический. Ой-ой-ой. Мы долго ждали тебя, исследовательница. Наконец-то мы можем с кем-то поделиться своими гипотезами. Профессор, особенно тебе рада, мы собрались массу важнейших научных данных о дыре в небе. Проходи в приемную. Ну что ж, друзья, на этом видео мы закончим, а в следующем мы уже узнаем, кто такая профессорша, да? Mm-hmm. Профессор, умница-красавица, которая, и какую полезную массу различных предметов они собрали. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, не забывайте, для вас играл Андрей Броскей. И Анюта. И Анюта сделала красивых бабочек еще напоследок. Всем пока! Пока!